Первая задача, задача микроквантов. В сказочной, замечательной стране, где правит какой-то там президент, приступили к выборам. В этой стране нет никаких фальсификаций, в отличие от нашей, то есть все честно. Голоса подсчитываются абсолютно честно. И в этой замечательной стране 1% населения, ну а именно его армия и его чиновники, за него. Все остальные против. Ну, он хочет победить на честных выборах. Интересный вопрос. Как это сделать? Если людей совсем мало, то, к сожалению, тогда ничего хорошего не будет. Потому что, когда у вас, скажем, один человек из 100 за президента, то есть он сам, а все остальные 99 против, сложно придумать систему выборов, когда бы он победил. Ну хорошо, но народа было побольше. Например, давайте возьмем, пусть народа будет 100 миллионов. Хорошо? Нормально? Большая, серьезная страна. Итак, возьмем. Итак, 100 тысяч, это миллион. 1 миллион за. Ну, ребят, понятно, что если он возьмет, просто проведет голосование, то поскольку он не может нуклевать, наша задача сказана, чтобы голоса считают честно, то в таком случае ничего не поделаешь, он проиграет. Поэтому система будет такая. Он придумал поделить страну на избирательные округа. Ну, для удобства голосования. Разделили страну на несколько частей. Вот здесь страна. Так, чтобы было по-честному, на равные округа, чтобы народу там было поровну. Каждый округ разобьем на районы. Тоже давайте будем считать, что все по-честному, скажем, каждый округ на 4 района. Не обязательно, 4 на сколько. Вот, но поровну. То есть количество, главное, чтобы народу в каждом районе было бы одно и то же. Каждый район разрешено разбить опять на маленькие райончики. Тоже, если в одном месте разбили, то везде одинаково. И так далее, и так далее, и так далее. До самых маленьких ячеек, которые, повторяю, должны быть все одного размера. А дальше, я не знаю, сколько там человек оказалось, но, например, в маленькой ячейке оказались 5 человек. Из них за президента, например, 3 человека, против 2. В таком случае от этой ячейки едет на конференцию один человек, тот, кто за президента. Вот понятно? Да. Замечательно. Ну, есть какая-то другая ячейка, там тоже 5. Ну, например, там за президента был 1, а здесь было 4. То же самое, тогда едет тот, кто против. Все такие соберутся на следующий уровень, потом на следующий. Ну и на последнем уровне выиграют. Там будет либо плюсик, либо минусик. Вот ваша задача. Придумать такой способ разбиения страны на большие округа, меньшие округа, районы, меньшие районы и так далее, чтобы при вот этих данных миллион человек за, 100 миллионов против, очевидно и по-честному победил бы президент. Смотрите, какое есть достоинство у президента? Почему ему в некотором смысле проще, чем те, кто против него? Он знает про каждого человека, тот за или против. И, соответственно, он может правильным образом их, что называется, распределять в эти группы. Ну, смотрите, вот, скажем, если он знает, что есть 5 человек, которые против, он возьмет и всех их в одну группу из 5, которые против. А если он знает, что у него есть какие-то 3 за, то он не будет еще брать к ним 2 за, а он возьмет и к ним направит 2, которые против. И все равно в этой группе победит, что называется, его человек, и в результате все будет хорошо. Смысл понятен? 1% – это фантастическая поддержка, на самом деле, фантастически огромная поддержка при такой системе.
она совершенно не нужна, можно меньше. И все равно победим. Важно победить. Тут еще важно не перестараться, потому что если вы напишете ноль, то все-таки проиграете. Но какая-то поддержка все-таки нужна. Есть замечательная страна, где проходят абсолютно честные президентские выборы, но не прямое голосование. То есть там страна разбита на много одинаковых избирательных участков. На каждом участке проходят выборы. Кстати, вы меня не спросили, а что делать, если равенство голосов? Ну, давайте президент широким жестом скажет, что в случае равенства голосов побеждает оппозиция. Ну, а на самом деле он может просто сделать, чтобы нигде не было равенства голосов. Понятно, да? То есть везде, где президент побеждает, он должен побеждать по-настоящему. То есть с преимуществом хотя бы в один голос. Да, так вот. Требуется рассказать, как разбивать страну на избирательные участочки, а их потом объединять в такие пустые, потом еще объединять, чтобы в конце концов президент победил. Это очень важно, при честном голосовании. То есть никаких фальсификаций, ничего. Подсказка. Конечно, надо начинать со старого. Конечно, надо начинать с маленьких. Потому что если вы 100 миллионов человек, просто 100 миллионов точек решите, то это будет такой проект по рисованию точек. Вы ставите эти точки и больше ничего не сделаете. Так, поехали. Например, 3 человека. Мне кажется, что это понятная ситуация. Если 3 человека, то плюсиков надо очевидным образом 2. Согласны? Да. Давайте, я буду писать с одной стороны количество всего людей, а с другой стороны, сколько надо иметь плюсиков. Для 3 надо иметь 2 плюсика. Отлично. Давайте подумаем, сколько для 4. Понятно, что 3 плюсика надо для 4. Для 5. 3. Тоже 3. Нет, зачем 4? Если у вас 3 из 5 за, то все хорошо. Для 6 человек нужно 4, да. Для 7, кстати, заметьте, просто есть такая штука, простые числа. Тоже 4. Если в этой стране простое число людей, то никакие вот такие хитрые схемы невозможны, потому что простое число невозможно разделить на одинаковые кучи. Соответственно, здесь тоже будет 4. Для 8. 5. 5. 6. Думаете, 5? 6. Я боюсь, что 5. 5. Боюсь, что 5, да. Как-то не вижу способа лучше. А вот теперь наступает самое интересное. 5. 5. Вот вы не правы. 6. Придумайте схему, когда за всего лишь 4 человека народа будет 9 человек и по-честному президент победит. Значит, 5. Правда, не надо, да. Там будет зеленым, а 3 двойки, и в первую букву будет по 2 согласных, и конечно. А 3 несогласный. А в третьей будет 3 несогласных. Пожалуйста, нарисуйте все себе вот эту схему. 6. Нарисуйте себе вот эту схему, пожалуйста. Вот она. Все, все, смотрите, уже все. Господа, на самом деле в этом смысл задачи. Было 4 человека, 4 плюсика. Они были разбиты на группки в одной 2 плюсика и в другой 2 плюсика. И в каждой из этих групп победили хорошие люди. Замечательно. А 5, хотя их и было 5 на этих минусах, но они проиграли. В честной борьбе проиграли. Все. Значит, здесь 4. Здесь 4. Ребят, а вот дальше я не хочу выписывать подряд все числа, потому что дальше я сразу возьму 27. И давайте я нарисую схему для 27. Есть президент в нашем бюджете. За него должны голосовать 3. За каждого из них должны голосовать 3. За каждого из них должны еще голосовать 3. Пожалуйста, сейчас в тетрадях нарисуйте такое дерево.
степень каждой вершины равна 3. Ну, естественно, у него 27 листьев. Ну, степень, в смысле, вниз. Если смотреть, сколько отрезков выходит из вершины, то их лишь 4. А теперь смотрите. Я ставлю здесь 2 плюсики, получаю сюда плюсики. Ставлю здесь 2 плюсика, получаю сюда плюсики. И в результате у меня сюда плюсики. Дальше здесь ставлю 2 плюса, получаю сюда плюс. Ставлю 2 плюса, получаю сюда плюс. Плюс, и в результате здесь плюс. Между прочим, минусы я даже проставлять не буду. Ребята, обратите внимание, что произошло. Для 27 ответ оказался равным числу 8. Ну, строго говоря, надо было бы еще проверить, что если мы разделим по системе 3 на 9, то будет хуже. Или если мы разделим по системе 9 на 3, тоже будет хуже. Вот я не хочу, это при желании сами посчитайте. В общем так, для 27 ответ какой? 8. Ответ 8. Ну, может быть, вы сразу сообразите, какой будет ответ для 81. 20. 16. 16. Людей не так уж много. Людей меньше 100. Всего лишь 81 человек. 16 – это меньше пятой части. А уже 16 плюсиков правильно расставлены. 16 плюсиков. Достаточно для честной победы. Замечательно. Теперь давайте посмотрим все-таки для нашего числа, для наших 100 миллионов. Господа, 100 миллионов – это на самом деле 10… В какой степени? 8? Сколько здесь номер? 8. 8. 100 миллионов – это 10 в 8 степени. Все понимают, что 10 – это на самом деле 2 на 5. Замечаем, что это будет такое. Это 2 в 8 степени, 5 в 8 степени. Ну, смотрите, какая история. У меня здесь проблема с числом 2 в 8. 5 умножить на 5, на 5, на 5. Я написал уже 8 пятерок. 2 в 8. Это будет умножить 2 в 8, это будет 4. И сейчас сделаем следующую штуку. Сначала всех людей разобьем на группки по 4 человека. В каждой группе трое будут за президента, если эта группа потом собирается выиграть. А если не надо, чтобы президент выиграл, там тогда все будут против. Таким образом, в те группы, где надо, чтобы выиграли, за президента будут трое. Они сойдутся тоже в такие тройки. Тройки, тройки. Ребята, и везде будут тройки. Везде будут тройки. Давайте теперь посчитаем, сколько тогда троек будет. Пятерок было 8, чтобы, значит, здесь 8. Получается 3 в 12, 3 в 12 степени. Это что такое? Это то же самое, что 9 в 6. Это то же самое, что 81 в кубе. 531 тысяча с небольшим. Это чуть-чуть больше, чем 0,5%. Процент – это миллион. 531 с половиной тысяча уже достаточно. Уже можно будет хвастаться, что с преимуществом победил. Такая вот неожиданная штука. Впрочем, эффект чисто математический. Эффект состоит в том, что геометрическая прогрессия быстро растет, если она растет, и, соответственно, быстро убывает, если она убывает.